Мы рекомендуем немедленно положить другой прием. Привратник, это крепость. Повторите, вы пропадаете. Прием. Кидайте канал к северу от озера. Не входите в канал. Не входите в канал. Вот зараза. Сэр, можно попробовать азбуку Морзе. Сигнал должен пройти четко. Нет времени. Эсминцы у нас на хвосте не будут делать паузу и ждать нас. Какой будет приказ, сэр? Включите радар, сонар и все имеющиеся сканеры, без исключения. Мне нужно знать, в какую жопу мы плывем. Три самых худших часа в моей жизни. Не о таком возвращении домой я мечтал. Вон Валькирия. Да. Плывет в смертельную ловушку. На крюк! На крюк! В порядке? Сырая крольчатина и сухой паёк. Желудок у меня крепкий. Вот зараза! Проверить путешные палы! Захочешь плевать? Целься во врагов на земле. Проверить снаряжение! Охренеть, Рекер. Мы высаживаемся в зоне боевых действий. Бросить груз! Готовь! Пошел! 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 Ненавижу такую фигню! Крепость, это могильщик 3, прием. Повторяем, крепость. Это могильщик 3, как поняли, прием. Они целятся в Валькирию. Всем позывным в этой сети. Говорит крепость. Меня кто-нибудь слышит? Нас берут на абордаж. Повторяю, нас берут на абордаж. Они долго не выдержат. Мы можем высадиться прямо на палубу. Давай на палубу. До хера врагов. Зачищаем и прорываемся. Приезжай, Рэк. Есть, начинаем. Можно укрыть. Черт,
Черт, осторожнее! Берегись! Дерьмо! Надеюсь, я не сильно. Как понял. Он готов. Еще на один уровень вниз. Ганнер, ты налево, а я пойду по коридору.
сюда не пройти. Возвращаемся по коридору. Чисто. Живых никого. Бросай, мудила! Господи, Рек! Я снова чуть в тебя не пальнул. Вы вернулись. Могильщик снова в строю. Сокинсен, мы думали, что ты мертв. Да уж, черт. После того, как вы меня бросили... Где Дзиндзе? Он живой? Ты еще с нами? Круто. Дзиндзе в безопасности. Я отведу вас к нему. Сержант Паковский, что делать с беженцами? Морпехи, оставайтесь с ними. Могильщик отправляется в медотсек. Я за тобой, сержант. Осторожнее на поворотах! Эй, парк! Что произошло в Сингапуре? Как ты выбрался живым? Эти суки хотели меня оттрахать, но я свалил нахер! Больше не спрашивайте. Просто интересно, с чего это ты материться начал? А ты попробуй проползти 1000 метров по канализации с дырой в животе. Да уж, ближе к аду вряд ли будет, парень. Пак? Что насчет Дзиндзе? Есть новости? Очнулся. Состояние стабильное. Скоро увидишь. Он с Гаррисоном в медотсеке. Со мной, Рэп. Атакуем одновременно. Открывай дверь. Пошел, пошел! Сэр, мы идем. Прибыл могильщик. Хорошо, только быстро. Лучше поздно, чем никогда, Дэн. Надо его отсюда вытаскивать. Вы были без сознания несколько дней. Вам даже разговаривать нельзя. Мой голос, мое оружие. Когда я молчу, я ничто. Ранний Шивана, ты бычи. Бухуан, не юнится вода ходуэн. Это за мной? Люди Чана? Возьмите. Мы должны вытащить вас отсюда. Я сложил оружие, капитан. Мои братья меня не убьют. Может быть, я не совсем ясно выразился. Ваши братья считают вас мертвым. Вы такая же цель, как и мы. Вас приказано найти и уничтожить. Значит, они должны увидеть меня. Узнать, что я жив. Они забудут о своем задании и сложат то оружие. Пустим их и посмотрим, что будет. Да. Это была шутка. Ирландец Рекер, прикрывайте дверь. Я серьезно. Если мы будем драться, все кончено. Я сам открою дверь. Я не пущу вас. Послушайте меня. Они убьют вас, как только ворвутся сюда. Вы живы только благодаря этой двери. С такой травмой ему вообще нельзя подниматься. Эти разговоры – последствия сотрясения. В этой комнате я невидим. Я уже мертв. Мы все мертвы. Если я не могу показать свое лицо и обратиться к своим братьям без страха, то я проиграл. Я не знаю, где я. Откройте дверь, сержант. Спокойно! Спокойно! Ой! Шолти! И бепьемна! 如果你用你听我会告诉你的事情, 你也得了, блядь, не вздумай. Отбой. Отбой.
сукина сына, получилось. И что теперь? Там везде еще полно китайских солдат. Они знают, что это он. Они сообщат всем. Это Чан. У них военный корабль к северу от нас. Ах, он сукин сын. Хочет похоронить правду и всех людей вместе с ней. Мы можем нанести удар. Нет, у нас ничего не осталось. Даже С-4? С-4 у нас хватает. Только что, черт возьми, мы с ней будем делать? Дайте мне надувной катер и весь оставшийся запас сичи. Вы это серьезно, ирландец? Да. Так точно, сэр. Хорошо, Пак. Покажи им. Рекер, ирландец, идем со мной. Ханна, ты в этом уверена? Чжи-джи. Вы сэнти дженкан. Бог в помощь. Слушайте сюда. Загрузить катер С-4 и подготовить к отплытию поживее. Никаких извинений, мы уже в пути. Потрясающе. Он всегда так... По праздникам. А ты точно за ним не замужем? Я замужем за тем, за что он сражается. Ханна, тебе никогда не хотелось, чтобы все было иначе? Хотелось, конечно. Но за это нужно сражаться. Ты свой человек, Ханна. Это вам, сержант. Ты не с нами, Пак? Останьтесь в живых. Это приказ. А вы держите Валькирию на плаву до нашего возвращения. Ура! Твою мать! Поехали быстрее, Рэкер! Чёрная, хреновая идея! Что у нас с нами происходит? Вне зоны видимости. Приготовиться. Крепко. Ирландец. Не волнуйся. Они довольно крепкие. Ну да, конечно. Сделаны в Швеции. Ну да, сразу полегчало. Крепость. Это могильщик 3, мы на позиции. Готовы взрывать все нахрен. Доложите обстановку. Прием. Нам кранты, так что взрывайте все к чертям. Ханна, жми на кнопку. Черт возьми. Красный, что-то не так. Соединения нет. Рекер. Блять, а ну отдай. Опять надо вниз лезть. Что ж, спуститься нужно только одному из нас. Рекер, у тебя еще остались заряды С-4? Хорошо, дай мне. Я не дам рисковать тебе жизнью, Ханна.
Я ведь ирландец, помнишь? Везунчик. Ну уже, Рекер, давай сюда, Рекер. Рекер, я каждый день рискую жизнью за свою страну. Дай мне заряд. Своей стране ты нужна живой, Ханна. Никуда ты не пойдешь и точка. Давай, Рекер. Пока мы спорим, Дзиндзе и все на борту могут погибнуть. Дай мне заряд, Рекер. Гад. Рекер, когда детонатор загорится зеленым, жми на кнопку. Ханна! Вот уроды! Готово! Жми кнопку, Рекер! Ты же убьешь ее! Черт возьми, могильщик! Взрывайте этот корабль сейчас же! Ханна! Она погибла, Рекер. Она отдала жизнь за то, во что верила, черт возьми. Крепость — это ищейка. Могильщик на борту. Мы везем их обратно. Вы всех нашли? Один из них пропал без вести, сэр. Мы ничего не можем поделать. Нужно немедленно улетать. Черт, понятно. Что же, возвращайте моих морпехов домой. Когда-то я любила ходить в горы. У них тихо и просто. А у меня был дядя. Дядюшка Джей. Вот он-то и научил меня всему, что связано с походами. А я думала, ты был городским мальчиком. Ну да, до мозга костей. И вот мой дядя не был городским. Родом из Каролины. Уехал оттуда давным-давно. А где он сейчас? Не с нами. Мне очень жаль. Да, ну что тут, блядь, поделаешь? Нужно жить дальше, так? Стараться беречь то время, которое у тебя есть. Мы теряем многих любимых людей. Слишком многих, слишком рано. Иногда я думаю, что лучше всего этого избегать. Быть проще, понимаешь? Мне так не кажется. Сохранил или потерял, нельзя жалеть. Никаких сожалений. Давай, Ханна, скажи, никаких сожалений. Никаких сожалений. Да, именно так, черт возьми. Именно так, никаких, блядь, сожалений. Без сожалений, никаких, блядь, сожалений. Другой разговор.